Всем привет, ребят! Сегодня мы будем рисовать Соника. Это очень просто. И он будет синим цветом. Он космический еж, самый быстрый и сверхзвуковой. Еще он крутой очень. Он шадоу дерется, но это красно-черный. Может быть, шадоу нарисуем? Давайте, ребята. Так что начинаем. Мы вот такой вот рисуем. Он жестокий, кстати, вы знаете, ребята, вы не будьте такими жестокими. Соником дерется, Мария любит. У него есть много, короче, изумрудов, он стал золотым, но красные пятнышки еще остались. Может быть, что... Супер шадоу нарисуем. Давайте, ребята. Носик. Ну и, конечно же, глазки. Такие вот, это тоже будет красненькое. И вот так вот рисуем его. Вот так вот. Ну, это, конечно, не брови, но не знаю. И вот так вот давайте нарисуем. И, конечно же, зрачки. Ну все, давайте начинать с тела. Смотрите, он очень высокий у нас получился. Ну ладно, пусть же так будет. Мы, может быть, обувь нарисуем, давайте. Ну вот такие вот обуви. Мы сначала рисуем так, потом уже смотрите как. Я вам сейчас покажу. Шадоу умеет летать на своих кроссовках. Я поэтому рисую ему дырочки такие. И у него еще такие вот странные обуви, конечно. Ну, носки. Ну что, давайте. А сейчас мы приступим. Знаете, к чему? Мы сейчас приступим к рукам. Мы рисуем так сначала полосочку. Там лего, еще и еще один. И мы рисуем вот так вот. И у него еще кольцо есть. И, кстати, вот здесь еще, ну ладно, уже не будем. Вот у него колечко и такая вот. И нам уже не надо здесь рисовать колечко. Ладно, давайте тогда нарисуем. Ладно, и мы рисуем ему такое вот пятнышко. Беленькое это останется. Давайте еще изумрудики. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И семь. Давайте раскрашивать его. Давайте мы сначала раскрасим его обувь, ну и всякое другое. Ой, розовенький упал. Давайте тогда начинать. У него вот здесь вот красненькое, перчатки белые. Так, давайте еще вот здесь вот раскрашиваем. Он жестокий, потому что у него так и есть красные глазки и... И, ну, конечно, у меня в строчках мало места, потому что у меня черный почти не пишет. Ну, цвет-то этот красный пишет, но черного у меня мало. Я не закрываю вот фломастеры, у меня вообще вот мало черного. Чуть-чуть. Я вот этого чудика, связанного с Лофанфа, не знаю, как его зовут. Напишите в комментариях, поставьте лайки и скажите, как его зовут. Папа говорит мой, что на мой YouTube подписалась Мироуз. Классно. Блин, ну это очень смешно, но классно. Герой, вы тоже подписывайтесь. Соник, ты еще не подписывался. Ну ладно. Соник когда-нибудь подпишется. Можно еще ты Юс Наклз. Ладно, тогда. У нас готово это все. Теперь мы рисуем то, что нужно черным. А мы его на самом деле будем
рисовать волшебно, представляете, ребята? Он же под изумрудами, а Соник не только стал золотым, вы знаете, он же стал золотым, и не только стал золотым, еще он стал гипером Соником. Вот эта песня, знаете, такую вот, я из грязи гипер Соник, сила и решимость. Гипертрансформация. Еще он стал Верхоком. Его теперь назвали Верхок. Знаете, что есть такие страшные Соники, но я их никогда не смотрю. Крови и стены. Ну, хотя это вы тоже не смотрите, это очень опасно для детей. Тем более, мне не разрешают это смотреть. Ну и реально это фигня. Потому что я даже не знаю, это ли я на психику, наверное, да. Ну, вы это не смотрите, ребята, это, короче, опасно. Не... Короче, ребята, мы продолжаем, нам некогда говорить. Вот, мы рисуем Супер Шэдоу. Вот он. Такой вот. Я решила не черного рисовать, знаете почему? Потому что у меня мало черного, понимаете, и я решила без черного, ну и короче, мы забыли это раскрасить, одну секундочку, мы и забыли вот эту раскрасить, ту раскрасили, все, я раскрасила, теперь можем продолжать дальше, вот. Вот и мы вот так вот, вот так. И последние ушечки. Заметьте, ребята, рассмотрите. Я ничего не забыла. Рассмотрели? Ну ладно. Я увидела, что мы забыли. Кстати, подождите, убрали черный, а на самом деле мы забыли тоже про него кое-что использовать. Смотрите, я беру, такая рисую здесь, улетает на этих кроссовках. И вот здесь вот, конечно, вот видите, как плохо пишет. И у вас так будет, если вы не будете закрывать. Ладно, я тогда подоплю немножечко. Да господи, ну ладно, ребята, я еще кое-что забыла здесь подкрасить. Смотрите, ребята, мы, короче, я другой беру черненький, мы на него тоже сильно давим. Все, мы надавили на него, теперь берем бежевый, вот такой вот для лица и для ушек. Вот, мы нарисовали. Меня зовут Злата, так что давай подпишем. С. Уа. Т. Ой, то есть АС было. Ну ладно, давайте тогда вот так вот маленькие нарисуем. И, короче, все. И... Злата. Вы смотрите, какой у нас шадоу. Супер получился. Конечно. Поставьте на это срочный лайк. И подпишитесь еще героя. Тем более Шэдоу, да? Ладно, я выключаю камеру. Все. Блин, как классно получилось. Не могу.